Відкрита трибуна. Чи вважаєте ви маршрутки безпечним транспортом? Так. Ну, вважаю так. Але користуюся особистим автомобілем. Як вам сказати? Звісно, ні. Тому що то колеса відвалюються, то ще щось, то водитель там щось провтикав, вибачте. І ну, треба, як то, маршрутки – це собачі будки, так воно і є. Я вважаю безпечним транспортом Land Cruiser 200. В даному варіанті, як у нас в Кривому Рогі, це все являється, то я не считаю, что это безопасный транспорт. Но есть разные водителя, есть разные маршрутные такси и по безопасности, то есть и по техническому состоянию. Так что все очень индивидуально, но если в общей мере смотреть именно по Криворужскому транспорту, то я считаю это небезопасным транспортом. Если в пределах города, да, потому что в общем и целом маршрутчики соблюдают правила дорожного движения. За городом сомнительное путешествие, потому что иногда они напоминают гонщиков Формулы-1. На данный момент, зараз, в нынешний час, я вважаю, що це не зовсім безпечний вид транспорту. Відкрита трибуна.